Sony Ericsson Xperia Neo. Замена сенсорной панели. Отверткой откручиваем 6 винтов из задней части телефона и вынимаем их. Металлической лопаткой снимаем боковые панели. Затем отщелкиваем сенсорную панель и поднимаем сенсор. Переворачиваем аппарат и отщелкиваем заглушку коннектора сенсора. Затем отщелкиваем разъем сенсора. Сенсорная панель снята. Новый сенсор прикладываем к дисплею. Переворачиваем аппарат и защелкиваем разъем сенсора. Затем устанавливаем заглушку. Далее надеваем боковые панели и вкручиваем винты в задней части телефона. Все, сенсорная панель заменена.